Доброе утро. Доступная медицинская помощь каждому. В ауле Нижняя Мара Карачаевского района открылся новый современный фельдшерско-акушерский пункт. Строительство данного медицинского объекта осуществляется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Карачаева-Черкесии» национального проекта здравоохранения. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Новый фельдшерско-акушерский пункт в ауле Нижняя Мара позволит жителям получать качественную доврачебную медицинскую помощь, не выезжая за пределы населенного пункта. С этим радостным событием всех собравшихся поздравила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Карачаева-Черкесии Белла Батчаева. Она подчеркнула, что в данном учреждении есть все условия для получения медицинской помощи своевременно и оперативно. Я еще, будучи работая в Карачаевской центральной городской больнице, приезжала в АУ Нижняя Мара, в приспособленное помещение. И сегодня вижу, как рады жители аула, что они будут теперь лечиться и получать необходимую медицинскую помощь в прекрасном здании, в современном здании, белоснежном, которое с любовью построено, которое оснащено уже по современным стандартам. Также поздравили с открытием нового фельдшерско-акушерского пункта представители администрации Карачаевского района. Надеемся, что с появлением этого необходимого объекта каждый сможет получить необходимую медицинскую услугу качественно и в комфортных условиях, отметили выступающие. Я от имени главы администрации хочу поздравить и от себя лично поздравить с открытием этого замечательного фельдшерско-акушерского пункта. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, чтобы вы сюда приходили только для профилактики, а не для лечения. Всех благ вам, здоровья. Здание общей площадью 62 квадратных метра включает в себя комфортабельный кабинет фельдшера, процедурный, совмещенный с прививочным кабинетом. Здесь также уютно обустроено место для ожидания приема пациентами. Кроме того, фельдшерско-акушерский пункт оборудован всем необходимым и для маломобильных граждан. Алихан Лепшоков, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский район. Далее прогноз погоды, а в 9:30 смотрите Вести на карачаевском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы будут до 12-14. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 9, днем 17-22 градусов тепла и местами до плюс 14. В северных и южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы будут до 14. Температура ночью 12-14, днем 20-22, высокая пожароопасность.